Может не хватить, если мы будем так его душить. Да не, вчера убили так. Вчера кто это так убили? Ну я ходил там кинуть, сам что-то пирожок с Этерна. Приступ ходил. ИДК, не разливай, пожалуйста, лужи, где попало. Ты можешь разлить, но под зеленой меткой. Все, под зеленой, прям под деревья эти. Но не там, где ты разлил, и в итоге паладин сдох. Да вообще лужи не знаю, такое, блядь. Они баганые. Не, ну я метки разливаю, правда, их никто их не поджигает, поэтому, да, наверное, уже смысла нету. Но мы их вообще никогда не лили, потому что они баганые. Не своих дамажат, типа, блядь. Тачка. Заходите. Ну, давайте, ребят, убьем. Бля, очень долго сидим здесь. Пиздец, мы не должны посидеть. Вообще не должны. Ну, Гоза душу просто. Че, без десанта, в смысле, попробовать? Да, раз так не получается. Ну типа, блядь, это херня, и стаки вообще поребуются по КД просто. Колчедана нету, типа, я не могу пересесть, потому что эта хуйня забагается, блядь. Не могу сам все стаки собирать. Бред. Так вообще. Ты десантируешь. Ну, не, ну надо попробовать. Мы, короче, тогда бейте, мы типа залетим там один раз точно. Залетим. Ну, один раз, значит, ладно. Вы подесантируетесь только когда 50. Когда 10 стаков наберете и 50 восстановите запасы, все. И тогда десантируетесь. Может так будет. Ну хотя бы да, там, чтобы полтинник был, типа, и. Короче, типа, ну, по КД не надо ускорять, если он, типа, за мной не едет. Там дохуя стаков, ну, типа, полчедана тратится, не ускорял. Обычно десантируют с 50 колчеданами, чтобы, блядь, пока человек вернется, колчедан не кончился. А когда я ускоряю, тратится мой колчедан. Так, не знаю, вот ты когда вылетал, у меня оставалось 20 колчеданов. Типа, давайте, погнали, все вроде здесь. Все, готово, можно пулять. Вот и вылетел, у меня 20 колчедан осталось. Вот мне не хватило его просто. Иди нахуй. Сейчас я подвернусь так. Так я так и не понял, мы будем телепортировать? Да, я скажу когда. Он еще за мной 15 секунд будет ехать. Нам колчеда наш хотя бы должны хватить, чтобы на весь файл. Арт, вот ускоряй нас и подбирай эту хуйню. Там стаки сейчас будут, блядь, сами стаки хуйня. Как она так нахуй не долетела, хуйню? Да вы сейчас, пока мы не летим, можете нормально память. Много колчедана. Это потом, типа, поддержите просто, когда он пульнет. Сейчас бейте тут в десятки его пиздец, ёба. Сейчас он 10 на стак, и тогда полетим. Ну, чтоб он с меня перестал это. Ускоряй нас, Арк. Ускоряй. Блять, Саня, ну опять проебание. Да не-не-не, нормально. Блять. Собери колчедан, сейчас будет. Проебал. Если хочешь, за тобой гонится... Запули его, или... Максим, запули. И уезжай сразу. Да-да-да, вижу. Просто дай ему 5 стакнуть, за пуль паладин. Да, да мы сейчас умрем. Да, я не попал. Ар, давай я тебе, блядь, пиздец. Ой, я хуй знает. Тачка сломала. За пуль.
Обнови стак, еще раз меня закинешь. Угу. Давай, все. Давай. Кидай. Мне ебаный цветок хуярит. Помогите кто-нибудь. Я сейчас захуярю, блядь. Блин, цветов очень много. Каст нету, да? А чё смысл, блядь, стал две машины. Давай я сам сяду, повожу, типа. Давай. Покидаю палу. А Макс кого кидать будет? Может тебя покидать. Могу тебя. Давай. Ой, сейчас убил. Выходите, да, да. Выходите с инста. А, блядь. Это Доник, Саня. Встань. Блин, это пошёл какой-то пранк, а? Это пранк. Блять, ты похоронил Сашу Гона. Ел. Заходите. Пускай паладин сядет туда в кружок, а ты вот ко мне сходишь. Ар, давай ко мне сядь. Да хуево, что значит целью с самого начала выбирать цель нахуй, маленький танк, а небольшой. Пассажир танк, дайте первыми тычку, вот этот, единичку свою. Так, мне... Который большой? Расставил ко мне сел, ты там... Ага. Ты можешь к сниму. Ну, Саня, что-то ФК что. Сейчас я релок подожду. Прошлое КД как-то, не знаю, в разы бодрее было, блин. Зашли, убили, блин. Самое. Тадла, вот что там? Он офнулся. Сейчас я захожу. Вы на разрушителях просто ездите, типа, на средней рендже. Потому что вы когда очень далеко, типа, вам надо заранее кидать достаточно. Когда вы близко, вы можете там почти в последнюю секунду бросить. Ну, знаю, я придрочился, типа, я тайминги уже знаю, когда кидать. Все, пуля босса. Танки пулять. Которые большие танки. Ну хуй сам, блядь. Полетел сразу. Жми ускорялку. Ты
ты, ну, кто в пушке с тобой сидит, ты в приоритете стреляй по этим, по роскам, которые, блядь, кучка. Да. Они же просто разъебывают. Просто разъебывают, да. Ты оставил когда 25, ты вот так слишком много не успеешь. Собери, Саня, я тебя запулю. И Павел запулю. Павел, давай, Артел, садись за пулю. Хорошо. Да, он в стаке не проиграл. Бля, там плохо, пиздец. Простал, ты обратно подъедешь ко мне? Нас вытянуло. Мне колчедан нужен уже, потому что мне 15 осталось. Я сейчас беру. Перегрузка вижу, вижу. Квадрат, походу, Арстед, это он завис. Он вылетит сейчас, наверное. В кружок кто-нибудь, быстро, в кружок, да, один. Сядь на одну ночь. Разморозьте танк большой. Саня, дай второй. В кружок танк, сели? В кружок да, сели? Да, все, в кружок хорошо. Блять, вот кто лопает лужу под танком? Вот зачем да вы это делаете? Не следи, Саня, блядь, подожди. Ебаные цветки, помогите, если кто может, я не знаю, как пизда. Грызут как твари ебаные. Все, это опять вайп. Не-не, там стаки, там стаки. Просто по максимуму кайфим. Дай ускорим. Сань, колчедана нету, не достой, не дай одного. Забирай. Ну так ты забирай. Бей сверху. Должен догореть. Да нет, все, вай. Нет, дыгали, да? Блять, вообще по цветкам кто-то агрит нахуй их или нет? Шопас. Не знаю, уже второй раз. Уже я их даже не бью, они бегают на мне. Вы, кто на танках ездит, вы, бля, бьете цветы все. Если вас не преследуют, один танк ездит под боссом, другой бьет цветы. Дай скажу, Саня, уже... Агрит на себя ездят, второй, такие пассажиры и там, и там. Второй, третий, второй, я не вижу, но какой-то гений прям во фрейме танка, блядь, самолопает ледяную лужу, нахуй. И я еду просто, ну, типа, она меня, она в центре падает, и я прям на нее заезжаю, и я ее не вижу, потому что она прям в текстурах танка идет. Бля, если вы хотите ледяную лужу разлить нахуй, просто отъедьте от танка, что, если, ну, чтобы рядом никого не было, и лопать ее в стороне, блядь. Зачем прям во фрейме, блядь, останавливаться, блядь? И разливать. Вообще без луж нахуй не нужны, блядь. Он спокойно без луж убивается. Не, не про огненную, а вот эту ледяную метку, которая, блядь, когда ты остановишься, она на секунду, блядь, она падает, короче. А, ну... Типа, либо ехать ей, блядь, и не лопайте их, нахуй. Пусть они, блядь, просто летают за вами. Ну, там, не знаю, там она долго летит, типа, видно, блядь. Когда она прям, блядь, в текстуре танка, ебать. И ты прям едешь на нее, ебать. Не знаю, что она сейчас разорвется. Такой. Просто, блядь, по КД эти цветки ебаные хуярите, потому что они, блядь, ну, реально много хп отнимают. Они, наверное, точно пол хп мне съели, блядь. Так, стоп. А кто-то в инсте был, блядь? Что за хуйня? Кто в инсте был, блядь? Никого. Ты никого не... Ну-ка, еще раз,
Попробуйте сейчас, Макс, не подъезжай так близко к боссу. Типа пусть танк подъедет поближе и пульнет, может, он пуляется от того, что типа кто на рейндже ближе всем. Заходить? Нет? Да-да, заходить. А смысл, как я такой, не знаю, я вроде на Макс далеко ставлю. Ну, ты просто стоишь, типа так, ну, а танки-то на выходе стоят. Пусть на танке подъедь поближе к боссу и пулять. Да мы убили бы, если бы, блядь, два танка просто не отлетели. Больших. Ой, бля. Ебать, босс пиздец, да? Сейчас ща, бьём. Колчедан подбивать, и когда босс пуляется, тоже можете. Пострелять новый. Давай, РЧ, все в тачках. Сейчас, сейчас, сейчас. Вот я вот сюда за угол заеду, нахуй, вообще. Все, пуляйте. Стоп, босса. Секундочку, давай. Секундочку, можно? Подождите. Сейчас. Все, не в это. Пуляйте. Все в тачку. Пульни выстрелом вот так. Да иди нахуй, сука! Пока не ускоряй, подожди. Ускоряй. Просто стаки. А чё, где колчедан, блядь? Ты красавчик, я проебал. Саня, собери. Лужи, подожгите, пожалуйста, в углу. О, куда ты понял? Садись, я тебе захожу. Каст, 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 каст. Со мной ян. Ой, бля, хорош тушить. Каст. Сейчас мы на цели будем смотреть. Видно на мотоцикле цветок. Стак. Ты паладин закинул? Стак. Я не закинул. Арт, передавай. Закинул паладин. Саня, ты главное не слязь. Не слязь. Стой там, жди, пока он добьет. Да ебаный ты насрал нахуй, отъебись. Бля, вообще пиздец, а, просто блядь. Не дает. Ну вот он вдвоем, ай. Я там на выходе стою. Ну, давай, давай, давай. Да в смысле? Мне колчедан нужен. Ускорь, ускорь, ускорь. А что, в печеньке никого не... Бля, я не знаю, как вы так проёбываете, нахуй. Я, блядь, Саню запулили, он там сидел, и у меня еще было 10 колчедан. Подожди, Ар, не садись, подожди, не садись. Все, попробуй сесть еще. Ой, я не знаю, короче, давай я не буду вообще выпуливать его, потому что это такой пиздец, я просто так и проебал. Можете, ускорь еще раз. Можете в печеньку сесть один, я свободен. Так у тебя закину, сломаешь пушку. Тебя просто сожгло нахуй. Я, блядь, тебя не заметил, что я мог подъехать тебе ближе. Да ебал он башить, ну. Это пизда, от него вообще возможно уехать, ну? Да, я тебя продашь. В углу от него не уедешь. Короче, я не буду его выпуливать, сиди во мне, короче, и все, блядь, я тебя не буду выпуливать. Давай, меня выпуливай, в принципе, нормально. Я, может быть, один там их смогу убить. Ну, как бы я их, в принципе, сейчас и так один убил. Ты можешь бить тех, которые на другой стороне? Ну, да.
Ну ломай один тогда. Из босса, вот, с инста зумр, зумр. А, точно. Ломай один, я сам поищу. Ебать этот хильд, это пиздец. Вот сейчас таким темпом, просто времени не хватит, чтобы убить хранителя, блять, просто. Можно, короче, вообще, типа, их пулить просто и все, и потом самим тупо ездить, все собирать. Можно просто хуй забить на этот хм, просто убить в обычке, ебать. Давайте еще хоть раз сделаем. Потому что реально уже просто пизда времени нахуй, блин, потратили. На сборы и на вот эту всю дрочну. А сборы были большие. Да сейчас убьем, пойдем на робота и потом собрание пойдем сразу. Не будем этих битв. В смысле, Нигнис мне открыл, остокрыл ты, Миша? Да, ну потом убьем в конце, когда типа уже расходиться будем там за минут 20 до расхода. Пойдем их убьем. Потому что сейчас сидеть, типа, тратить время. Это же. Заходите, я запустил. Не знаю, на прошлом КД, когда я сам все делал, типа сам все ездил, типа было все шикарно, блин. Вообще не, стаки не проебывали. Сейчас же какая-то вакханалия творится. Дайте ребаф помогу, пожалуйста. А там много хп на, у этих хуйнюшек? На да по 100 тысяч, я их быстро достаточно убиваю. Под бурстами, так сейчас их быстро убью. Мы когда вот на прошлом ходили, когда этим друидом ходил, там лок, я, короче, лока кидал. Не знаю, он их так быстро убивал, пиздец, этот лок. Он их вообще там прям вообще уничтожал. Так, ну-ка стоп, я туда не буду заезжать, потому что он, блядь, на меня агрится. Ну все, можно хотя бы. Так он уже распятый на меня агрится, блядь. Я туда даже не поеду, пизду. Ну, типа с того угла. Пуляйте босса танки, да. О! Разрушите, блядь. Дашу скорее не скажу. Давай. Вот этот соберешь. Собери, Саня, я тебя запулю. Спокойно там ломают или больше. Там в центре лучи, они на мне, я их буду останавливать, так что аккуратно смотрите там. Блять, тут такие лучи не так. Добиваю, сейчас буду вылетать уже. Блять, проебались. Я сам долечу, наверное, ведь не мало. Хотя нет, давай на мотоцикле. Сел к... Да, вот это.
Собирай сразу вот этот, который справа. Дай турбину. Каст. А он не добился почему-то, я не знаю, урон нанес, а он не добился. Щит не поздно нажал. А так он без щита сбивает. Саня, чего я тебя закину? Я уже пересел. Я стаки проебал, сука. Сейчас на стаку быстро. Кто нам сказал, что типа, чтобы бить каст, нужно щит нажимать? Ой, бля. Может там, блядь, баг какой-то есть, пока не нужны щит. Да ёб твою мать, дай уехать. Саня, вали нахуй. Да все, он сейчас сдохнет. Будет. Каст. Некому, наверное. Сколько, блядь, час храм на него потратили, блядь? Пиздец какой-то, блядь. Ну чё, мы тут чё, отказываемся или чё делать? Да, ну, давай, шума... отказываемся, я сейчас всё заберу, ну, реально, в конце там посмотрим, чё как. Тебе нужен этот рецепт? Не-не, мне не надо. Ну вот. Да рецепт это дело десятое, если что, я просто буду... Не, смотри, рецепт пофигу, я просто буду знать, кто из вас делает, и если что, к вам обратиться. Вообще там, никаких не, проблем. Типа с Этерналов можете к нам обращаться, мы вам да, бесплатно... Да, как бы мы с Антохой, вон с Аней, всегда на связи. Да. Мы все друг друга знаем, так сказать. Сер много выдадет по сверке, выдашь? Да души душа. Я видел, ты хотел купить, а сколько тебе надо? Мне 6 надо. У нас одна есть, блядь, вчера упала и все. Так, вы там... С левела шмот переоденьте обратно, блядь. Кто там одевал? Я точно, нахуй. Просто уже, блядь, какой-то тильт ебаный. Идите сюда, мы просто встанем оттуда сюда за пульте. Слева, потом справа. Да успеем рыбу поесть. Давайте в трэш почистим сначала. Нички сразу вам ребахните, чтобы быстрее все было. Да, что вот так кулаки будут каски, все отлично. Что такое, трэш чистим или что? Да, да. Там вот такая приставка нет. Ну, зумер. Ну, пыляйте по стороне. Зумер, это же ток, да? Да, да. Техников. Там мужика забыл. Блять, застанил в этой. Техник еще один, помню. Каст, сука. Я его зановал там, сука. Бля. Бледина такая. Зановал. Зановал. Да ладно. Сведите их вкуснее просто.
Сейчас убьем трэша, быстро релоги. Палась массакрой, оба. Нет, оштайла. Нету. Да он. Ну... Не знаю, он там нормально, Саня. Мы в 2 хила его убивали спокойно вообще. Ну, типа, рейд хуже в гораздо. Каст? А второго уже можно. Бля, хуёв, что без миликрита, конечно. Так, сейчас быстро релом. Давайте побахтим тут все. У всех бой. Комбат, бля, ёбаный. Там, походу... Ну, гос сдохнет тогда, хуй. Саня, или подожди, Саня, ты сможешь дойти там? А, он дошел. Ну, я бегу. Ну, вот так пульнем, хуй знаю. Мы вроде пробафаны все. Да, мы все пробафаны. Чё? Ну, а, ну, Санька пробафайте и все. Только меня, да. Без рыбы будешь, хуй с ним. Мана есть. Инту бафните. Кто там? Спекните одну, да. Войтман в ретрике стоит, нормально. Все, зумы, конечно. Там в центре ставишь, мы стоим под правой ногой. Светлую выносите под левую. Че, все, Арчи, Саня, у тебя РЛ-ка, я тебя скину. Бля. А, он подожди, он... Подожди, он вылетел. ФДК, отойдите. Пуляй. Чихулить. Антоха. Пуляй. Ну чё? Пуляй. А да как у нас чё? Когда будет прям жестко, помогайте с ассистом. Это не туда, это выносишь далеко. Я имею в виду по хилу с ассистом. Ну, прям хил, еще нажми дроид. Надо было еще тебя поставить. Комбат нельзя поймать. Сейчас будет это, сердце уже готово. Репоты там нажмите сразу. Маба, следите, бомбочку следуй. Я справа сижу, вот. Мой черепок стоит. Справа, выпиши. Так, а искра там. Следите за искрой. Большого, хорошо. Сейчас искра вон. Саня, в крест. Ладно, давайте там. Да пусть там. Да пусть там.
помните, сразу Redpix там дашь поиск. Так, будет. Забабли. Прохильте все. Транквил нашли. Скорт убей. Ника, надо Берн. Вы искру-то убейте. Из танка вылезет. Искра. Быстро. Еще одна искра. Есть, дайте масса, короче. Блять, он еще и топает, пидорас. Ну вы должны. Мы поебали. Я типа выносил метку, я не видел. По идее все. Ну, по идее, да, она должна появляться уже. Просто бей. Там не везет. Ну, типа, блядь, ебучий камень. Ты можешь меня перевести его. Ты переведите, чтобы тебе удобнее было. Могу? Нет, ну там у него две лужи, если еще одна киньте. Вот ведет его. Так. Больно. Просто из-за комбата нет огурцов, блядь, и пиздец. Были бы огурцы. Выпущены все. Ну что, до Берси нормально успеем? Еще 7 минут до Берси. Блять, извиняюсь. Ёбаный в рот. Хуя ты, подарок стою. Одной рукой стою, короче, стреляю просто. Прилетел. Поиграй немножко. А у нас танки два, это те же, которые в прошлый раз с нами были, да? Просто на других персах? Нет. Один, да, второй нет, но он закрывал. Антох, докуда ты дошел там? Они до хранителей дошли нормально. Ну да, он как бы так-то знает, что делать. Был этот, Хитагами вар, а блин, с него докажется. Куда Хитагами пошел? Да он походу в это, не видел его, что, блядь, там гильдар стоит. Что на какое-то время не может играть, что-то такое. А где он писал? Ну, посмотри, где-то в чате. Надо будет поискать. Собрание. Собрание. Отставил, знает, так же сам и заберешь.
А нет, там давай пусть его Санек на ханте, а то вообще охуенно было, блядь. Прям вообще красиво было. Ну, без меч на варах. О, дайте мне буху. Запись. Блин, давайте проще сдохнем, а то бой висит, да? Я знаю, там комбат висит от этих ебаных с Левиафана. Просто Альтер 4. Вон лужа черная, вон. Зачем? Альтер 4 просто сделать и все, че? И так быстрее будет давать. Стоит сид. Масса. Я уже тэпнулся, ебать, нахуй. Короче, это, слышь, давай пусть это Хаус забирает на себя просто босса и все. Ну хорошо, без проблем. Только ты это вилки прожми, блядь, потому что, блядь, там мы вчера ходили, там хан, блядь, он на стычке ебашил, блядь, босс. Блядь, надо быть грамотным хантом, наверное. Да ебать, я орал вчера, мы просто на стычке хуярят, блядь. Да он его почти в упор, блядь, агрил, ну такое. Ну да. Просто ну, с агрева отпрыгнул, все. Нет, не, он в смысле, он прыгает, он его в прыжке прям такой чапалак дает, блядь. Еще и трибуцы есть. Я на феррале вчера пытался, но там агро нечем скидывать, а хуй знает, блядь. Там невозможно, блядь, феррале выбить. Нормально все. Поехали, нахуй. Кто там? Танки, хуйня. Как тут пулить? Просто всех пулишь и все, нет? Да просто пуль, тут ничего такого, по-моему, не будет. Тут ничего не будет. От трун только отходить и все. Это не на этих мобах уже, не? А, да, еще не на этих. Так, а я пока пососу. А эту хуйню продействует, она же уешит с меня, ебать. Она же вас уешит. У них хп вообще не падает, это нормально? Что-то я хуй знаю на туре, блин. Блин, ребят, железного ремонтника убейте. Железный ремонтник, дайте на него метку. Мой таргет возьмите. Там на ком дебаф кидается, его дисперти, он на уешит. Арт, помогай. Собью три калеки, походу. Чё там один на ремонте? Увидимся. Ну, вроде все. Ебать, вот это контент. Чё там, где двое-то?